выходите на встречу с депутатами. Давай, выходи. Да. Ну, я ничего не говорю. Для массовки. Задашь пару вопросов, да. Скажи, что такое, в чем дело? Дороги не строят. Ну, просто пообщаться. Чем больше будет заявок, да, тем больше шансов, что можно выявить будет. А там, что они у нас куда приедут? Были, туда или туда, интересно? Там вон бабульки ходят, они сейчас идут у нас. Да, запросто. Подходите, да, товарищи, подходите. Подходите поближе. Ответы. Не стесняйтесь. Так я это вот делаю. Не особенно, чтобы очень. Ну, вообще, как настроить? Как в Единую Россию смотрим мы с вами? Мы идем от Единой России. Партия власти, понятно, сейчас как бы жизнь такая тяжелая, многим не нравится, нравится, не нравится, все равно источники в руках власти, поэтому вертикаль должна работать, если будут мешаться опять, как и прежде. Сейчас, сами понимаете, пока действовать не можем, потому что это считаться подбудку колбас. В случае нашей удачи, я говорю, у нас сейчас вот Единая Россия пересмотрела принципы работы с жителями. Вот мы идем четверкой. Это 96 вот таких домов, третий округ. Одному депутату. А мы четверо, это значит один что-то берет, другой, второй, третий, четвертый. И, конечно, работа наша будет, я думаю, более эффективно строиться. С народом почаще будешь, главное, общаться. А знаете что? А вы вот, знаете, говорите... Круглые столы организовали, что вы там организовываете? Мы ведь ведем приемы. Публичные слушания. Приемы ведем. Приходите. Пожалуйста, вызывайте. Вот сколько было обращений, никому не отказали. Каждый четверг идет прием депутатский администрации. Каждый четверг. Мы еще принимаем в Единой России. У нас вот такие вот бесплатные приемы бывают. И с юристами вместе еще. В конце концов, телефон в Думу позвонили, нам нужен депутат. Вот мы хотим собрание собрать, мы хотим пообщаться, мы хотим вот что-то встретиться. Хорошо. Да у нас партийная дисциплина к этому обязывает, мы этому никак не сможем не отказать ничего. Так что тоже активнее пользуйтесь. Или с этой проблемой вы одни, или после 18 сентября вот нас еще четверо встанет рядом с вами. Все равно тараном-то каким-то, наверное, уж не сразу, не в один момент, когда мы это будем. И как в целом устроены? Все по-разному. Некоторые же пойдут, вот чисто отрицалово пойдет. По барабану за кого, только не за Единую Россию. Это вот сто пудов. Потому что маленько обосрались. Это не маленько.